котик. Интервью можно у вас взять? Маленький котик. Друзі, всім привіт. Сьогодні будемо спілкуватися з людьми. Нагадую ще раз, не кажіть, що люди тупі, тому що це всього лише одне запитання. Люди знають набагато більше, але вони відпочивають, прогулюються, а ми підходимо до них і запитуємо свої цікаві запитання. Якщо вони не можуть відповісти на одне запитання, значить вони не тупі, просто забулись. Все, друзі, погнали дивитись відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Из чего делают пластилин? Пластилин? Ну, первое, что падает вообще в голову, какая мысль из жвачки. Это вообще образователь? Я не знаю. Но предположение есть какие-то? Мне кажется, я такой, может, из собачьего жира, не? Ну почти, почти. Понятия не имею. Да ладно. Из воска? Из воска, ну да. Не знаю, пусть будет из земли, это наугад. Клей какой-то, что такое? Ну что-то типа да. Удивительный вопрос. Готовился? Без понятия. Предположение даже никаких? Не хочу. Не хочу навергаться на ошибки страшные. Я понял, хорошо. Какой-то краситель добавляют. Во что добавляют? Я вообще не... Сложно сказать. Не знаю. Сложно, растерялись. Я не знала. Но предположения вообще какие-то есть? Нет. Нет? У вас? Ну, я думаю, не резина, что-то другое. Да не резина. Что-то мягкое. То, что тянется. Ну, какая-то глина, наверное, с чем-то добавлена. Верно, что-то... верно. Основное это глина. Пластилин, наверное, из глины там. Из глины. Абсолютно верно. Да понятия не имею, глина какая-то, может. Верно. Из глины. Верно. Вы знали? Или предположили? Предположили. Ну, это верно. Самое маленькое государство в мире. Государство именно? Страна? Пускай будет страна, государство. Молдова. Самая маленькая в мире. Согласен. Да? Верно. Ну, конечно, да. Молдова самая маленькая. Это... Таня, быстро. Маленькое государство в мире. Быстро. Израиль. Израиль. Почти. Хорошо. Ой. То ли Лихтенштейн, то ли Монако. А то ли еще что? То ли еще... Андора, по-моему, есть. Есть еще что-то. Ну. Короче, что вы говорите? Одно какое-то из них. Наверное, Андора. Верно. Лихтенштейн, например. Ну, почти, да. Монако, наверное. Лихтенштейн. Монако или Лихтенштейн? Да. Верно. Никонго. Никонго. Ну, почти, да. Наверное, тоже или Рим, может быть. Нет, этот Ватикан. Абсолютно верно, Ватикан. Ватикан? Верно, абсолютно верно, Ватикан. Ватикан? Верно. Монако. А еще варианты есть? Ватикан. Абсолютно верно, Ватикан. Это, наверное, Ватикан. Верно. Монако. Монако. А еще какие варианты? Может быть, Марокко, Монако. А может быть, Ватикан? Верно, Ватикан. Из какого города бременские музыканты? Бременские музыканты. Они вообще из Украины? Ну, вы слышали что-то про них? Что-то знакомое. Ну, из какого города? Ну, это бременские музыканты. Не знаю. Не знаю. Країна, напевно, Франція. Мабуть. Місто, місто не по. Добре. Із Сочі, мабуть. Не знаю. Почти. Білорусь. Правильно. Ну, мабуть, Бремен, це що-то десь в Італії. Почти. Із Бремена, мабуть. Вірно. Бремен? Вірно. Бремен. Вірно. Із Бремена? Вірно. Бремена. Абсолютно верно, с Бремена. Да? В какой части мира находится мениск? Я не знаю, что это. Угу.
части мира. Тоже, к сожалению. Предположение тоже никогда. Но... Мениск? Да. Части мира? Да. А это не в теле человека? Где? Мениск. Это что-то вот... Вот есть спортсмены, там подвернули этот вот ногу, и там мениск что-то зажал. Ну, вы слышали, что это в ноге, да? Что-то в ноге. В колене. В колене. О, да, точно, верно. Мениск. Верно, украинский. Мениск? Угу. Мениск это так что? В колене, где он находится, какой части. Да, верно. Если брать по точкам зрения по горизонту, это юг. Южная сторона тела. Мениск. Мениск же это часть тела. Ну верно. Что это такое? Там, колени. По-моему, часть или колено, или там, где лодыжка. Я точно не помню. Колено. Да. Сустав. Да, это в колене, верно. Да. Мениск. Это не то, что в колене. Верно. Мениск? Ну, мениск, это, как понимаю, это не мира, это в коленке находится. Верно. В теле. Верно. Мениск в части мира? А это разве не коленная чашечка мениск? Верно. Мениск, это что мениск? Это что, город такой или что это? Мениск, я знаю, в колене мениск. Я просто это вспомнил. Да, верно, верно, в колене. Я не знаю. Не знает? Нет. Ну, а чего что сейчас такое мениск? Это... Наверное, не до географії взагалі. А до чого? До частини тіла, наприклад. Вірно, а де воно знаходиться? Я не знаю. На нозі, мені кажеться. На нозі, а нога в нас велика. Внизу. Не знаєте? Чому ви розумієте? Розумію, добре. Хто такий Мірошник? Мірошник? Співак? Ну, може це професія якась, може чули? Мірошник. Ні, це якась людина. Ну, вірно. Але я не знаю, хто вона. Якась відома людина. Угу. Ви маєте на увазі прізвище? Ну, кличка по прізвищу. Ага. А професії такої є, може, немає? Ні. Немає. Вірно. Мірошник? На російській. Нет варіантів. Не знаю. Взагалі предположення навіть нету, да? Може, діятель якоїсь культури. Ви маєте на увазі це прізвище? Да. Так. У вас ну, я думаю, що какая-то должность, наверное, чего-то там какая-то. Ні? Ну, майже, я понял. Возможно, значит, борец за українську незалежність, возможно, имеет какое-то отношение к украинскому повстанческому движению, да? Да. Ну, вот, видите, я... Якийсь чувак, наверное. Що він робить? Не знаю, щось робить. Мабуть, щось з глини ліпить. Ну, не знаю. Може. Мірошник, це якийсь ремесленник, що він виготовляв, по-моєму, ложки, що-то ще таке. Ну, так, да, почти. А мірошник сьогоднішній? Ні, на російському. Хто такий мірошник буде? Був або є? У нас есть мирошник-депутат, по-моему, какой-то Верховной Раде. Голосовали за него, да? Да. Yeah. Я понял. А может, ну, что это вообще такое? Это фамилия, правильно? Это фамилия, да. Верно. Мирошник. Возможно, украинский поэт? Мирошник. Ну, почти. А может, что-то другое? Ничего не слышали другого? Нет. Ну, ладно, пускай будет поэт. Мирошник кто такие, ты знаешь? Ты же у меня социальный... Мирошник, хлебник этот. Мирошник, что хлеб делает? Что хлеб робить? Пекарь? Пекарь. Пекарь, пекарь, да? Пекарь, да? Да, да. Нет, хлебороб? Неверно. Неверно. Таня, тебе минус. Мирошник. Ты еще... Это, здається, ті, хто виготовляють муку. Вірно, а на російському уже... Та не, ні, тут уже реально не... Ну, вірно, мельник. Ну, да, да. Это сам не мельница, а мельник. Абсолютно верно. І маленька супергра. Хто такой Владимир Великий? Человек, который изображен на 2 гривнах.
Неверно. Тоже неверно. Нет, не, вообще, кто он был? Аккуратно, велик. Я не знаю даже. Не слышали про такого? Да слышал, он что-то там крестил, наверное, да? Верно, что он крестил? Русь. Верно, может, год помните? Нет. А кем он был? Крестителем Руси. Нет. Был правителем Руси. Да. Спасибо вам, слава Украине. Окей. Не слышали даже про такого? К сожалению. Угу, я понял. Ну ладно, к сожалению. Это был князь Киевской Руси когда-то. Слышали, может, нет? Не слышали. Русь крестил. Нет. Ну ладно, всего доброго. Слава Украине. Владимир Великий, это гривна на гривне. Гривна на гривне. Я понял. Не, кем он был? Верно. Князь. Верно. А чем он знаменит? Чем он знаменит? Ну, не помню. Либо вам. Слава Украине. Героям слава. Хороший вопрос. По истории что-то помню. Слышали что-то такое? Что-то слышал, вроде бы. Ну и кто он, не помните? А что сделал? Тоже не помните. Что-то великое. Все, хорошо, спасибо большое. Слава Украине. Спасибо. До встречи. Всем слава. Долгорукий. То Юрий был. Юрий. Володимир Великий, то він вже крестил Русь, правильно? Верно, хто він був? Ну, гетьман, не гетьман, як називався? Князь, князь. Верно, князь, а може год ще пам'ятаєте? Крещення? Да. 988. Абсолютно верно. Слава Україні. Слава Україні. Князь. Вірно, а чим він знаменитий? Русь хрестив. Вірно, може пам'ятаєте рік? 988. Вірно. Слава Україні. Героям слава. Ну, царі, князья. Князья, верно. Чем он знаменит? Ну, если этот Владимир, который нас крестил, то... Угу. А год, может, помните? А год? Крещение. 1800 какой-то там. Ну, почти, да. Спасибо вам. Спасибо за розыгрыш. Слава Украине. Владимир Великий. Да что вы... На гривне у нас, да, он есть, да. Кто это такой? Кто это? Князь был, кто? Князь Русь, Киевской Руси. Киевской Руси, да? Верно. И что он сделал? Что он сделал, Таня, ты знаешь? Крещение Руси. Пришел. А может, год помните еще? А ты год помнишь? 988 год. Да, верно. Маленькое большое слава Украине. Героям слава. Ну, это один из князьев наших. Дід, який Русь крестил. Верно, може, год помните? Это 8 век, 9 век. Не, год. Год? Ну, 908. Не, я чисто уже отхожу от этого. Всего хорошего. Еще немножко есть, но буду развивать. Да. Слава Украине. Владимир Ильич? Великий. А, Владимир, який Русь хрестив? Верно, кем он был? Князем. Верно, може, год помните? 988. Абсолютно верно. Спасибо вам, слава Украине. Князь. Верно. А чем он знаменит? Крестил Русь. Верно. А какой год, может, помните, не помню? 988. Абсолютно верно. Спасибо вам. Слава Украине. Спасибо. Ну, это князь киевский. Верно. А чем он знаменит? Крещением Руси. Абсолютно верно. Может, год помните? Нет, год. Спасибо вам, слава Украине. Все, спасибо вам большое. Слава Украине. До свидания. До свидания.